Так, всем привет. Сегодня третий день тренировок. Сегодня они будут немного отличаться. В том плане, что сначала мы сделаем кардио минут 30, потом пойдем уже покачаем железо. Сегодня будет отличаться тренировка. Шокируем мышцы, чтобы они не привыкали к той нагрузке, которую мы обычно им даем. Готов? Всегда готов. Давай-давай, можешь наращивать темп. Так-так, чуть-чуть усложним задачу и будем работать вот такими махами, которые с утяжелением в 1 килограмм. Казалось бы, совсем пустяк, но на самом деле это не так просто. Итак, смотрим, что получается. Значит, сейчас мы сделаем еще одно упражнение с этими маленькими гантельками и пойдем уже в фитнес-зал, скорее даже в пауэрлифтерский зал, и будем качать железо. Сделаем жим штанги лежа, ну и попробуем, я научу Диму приседать, ну и, соответственно, делать становые. Три упражнения, которые я сегодня научу Диму делать. Казалось бы, что там сложного, на самом деле, кто знает, тот понимает, что особенно приседания и тяга – это далеко не простые упражнения. Yeah.
Да, да, это убирать. А, да, не хочешь, чтобы я прилетел. Где тебя сам не купил? Это на 108 килограмм меньше, чем ты весишь. Если я так это буду шпарить нахуй эти штанги, а потом я отжиматься не смогу, да? Да, однозначно. У тебя мышц нету на груди, поэтому ты не отжимаешься. И на трицепсе нету. С этим упражнением лучше будет. Давай. 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще 3. 8, 9. Можешь, давай, 10. Ставим. Отлично. Значит, опять заснули. Это нормальное явление. Да. Значит, во время жима Дима понял, что... Что ты понял? Что тяжело? Что я дохляк. Да. Ага. Так, держи. Поехали. Приседаем. Опора на пятки. Исключительно пятки. Не наклоняйся вперед. Зачем ты наклоняешься вперед? Не наклоняйся вперед. Приседай на пятках. Пятки отрываешь, прям на носках, вот там, прям пятки поднимаются ведь, а? Контролируй, делай медленно. Сделай 5 раз, вот опять. Ну, Дима, как тебя научить-то? Давай. Поднимайся, да. Зачем, да.
вот это мне больше нравится. Носки, а давай, ладно? Носки. Носки, носки, носки. Пятки вообще нет, давай, да что такое? Ты даже здесь умудряешься их. Давай. Вот. Еще. Давай, 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 давай. Вот. Еще один. Все, отдыхай пока. Способ приседаний, потому что приседания казались важнее, чем мы думали, но есть вот такой тренажер, имитирующий приседания. Потому что, да, объясни, почему сложнее, вот не могу я на пятки, получается. Человек не может на пятки, вообще физиологически не получается приседать бока на пятках, все, на носки уходим, поэтому решили вот этот тренажер. Альтернативный. Как альтернативный? Давай, давай, давай. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Короче, сделаем 10.